була от Ири. Нет, не охотится на меня. Смотри на него. Хабибе нет. Хабибе осень. Да блин. На осень Хабибе нельзя охотиться. Нет? Смотри, что там зев делает. Смотри. Нет, это можно даже не сделать. Не, идет. Я через эту поснимаю. Ну смотри. Да, может, я так хотела им это принести, я знала, что им понравится. Конечно. Какая нужная штука в хозяйстве. Да? Что ж ты, мама, раньше-то не принесла? Мама знает, когда какую игрушку подарить. Все по возрасту. Вот сейчас ему уже полезно к машинам приспосабливаться. Ах, когда права получает? Права. Права вчера, скажи. Сначала права, потом машина. Шиномонтаж от Потапыча. Записывайтесь. В воскресенье у нас время свободное есть. Нет, у меня в воскресенье время свободное. Шиномонтаж. А, вы малышам? Я же не уточнила, какое воскресенье. Малышам запись уже ведешь. Так, коммерческая деятельность у нас запрещена. Малыши, сколько счастья, да, скажи, мама? Ну, мама угодила, малыши. Отлично. Да слава богу. Надо завтра разъединить.